Миллионы людей по всему миру объединились в торжественном шествии в память своих близких. В Уфе прошел бессмертный полк. К масштабной акции столица республики присоединилась в четвертый раз. Сколько человек в этом году собралось почтить память героев, расскажет Алсу Хафизова. Это мой прадед Мугинов Абдулла Мугинович. Всю войну прошел, призвался на войну в 42-м году. Он был наводчиком ПТР, он подбивал фашистские немецкие танки. К сожалению, когда он умер, я была маленькая, мне было 3 года, и поэтому я его не помню. Помню только по рассказу своего деда. Сейчас он жив, и привет ему, если он меня видит. Дед Зафар, привет! Вот мы тебе обещали, мы сделали. Мне сделал это папа. Я говорю, давай сделай мне портрет, пожалуйста. Я хочу поучаствовать в бессмертном полку. 2-й год принимаю участие в этой акции. И хотел поблагодарить всех организаторов за то, что придумали и проводят такое мероприятие. Я думаю, нашим отцам и дедам это приятно, что мы их помним, вспоминаем, чтим. Вся наша семья гордится нашим дедушкой, прадедушкой, героем Советского Союза. Был сапером, погиб при форсировании реки Буг, спас 37 человек. И за это его наградили героем Советского Союза. Служил папа. Воевал тоже, очень имеет много наград. Мы ими гордимся, мы их почитаем, мы их любим, уважаем и ценим. Пришла я сегодня со своей дочкой. Мы со школы стоим с 39-й. Я учительница в этой школе, но пришла еще со своим дедушкой. Он в годы войны был разведчиком, был советником в Китае даже. Сведения были засекречены, и наконец, я узнала историю своего деда. И я очень горжусь своим дедушкой. Сегодня очень много детей. Это сплачивает наше общество, создает условия для познания истории, узнания своих родителей, дедов, отцов. Для нас очень такой праздник, торжественный, значимый в жизни нас и наших детей. Это невозможно переоценить. Никогда у нас нет таких мероприятий, и нет таких шествий, нет демонстраций. Поэтому это, наверное, единственная возможность почувствовать себя частью огромной страны. В прошлом году в торжественной акции «Бессмертный полк» в Уфе приняло участие более 53 тысяч человек. В этом году из-за большего количества желающих маршрут шествия увеличен. Колонна берет свое начало на улице 50-летия СССР и заканчивается аж на бульваре Славы.